Ну вот смотрите, говорили раньше, здоровы будете, потом стали говорить, здравствуйте, а сейчас говорят, здрасте. Быстрее, короче, слова становятся, быстрее угнаться за временем. А пройдет 100 лет, на Украине будут говорить здра, а у нас сте. И будут спорить, чей язык первый, не чей, первый праязык. Когда-то наши предки говорили, какого года, а потом время сожалось и стали говорить, когда. Говорили никакого года, это превратилось в никогда. Говорили того года, это стало тогда. И множество слов я могу привести, я выписал, это аббревиатуры, потому что время торопит.